Сэр, отдайте оружие и следуйте за мной. Спасибо. Я сам найду дорогу. Не нужно некрасивых сцен, мистер Майлз. Тогда пропустите. Обезвредить объект. Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, сдайся охране. Дальше придется лезть самому. Следить за ним! Он где-то рядом. Куда он делся? Ничего, я знаю. Thank you.
Отдай яблоко. Давай по-хорошему. Тебе некуда идти. А у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас! Не сейчас! Меня еще ждет работа! Нет! Убирайся! Это еще что? Что за хрень тут творится?
сейчас. Где видик? На пятом. Кабинет Видика прямо. Ты убил его. Дэниел был мне как сын. Пусть больной сын, но он подавал надежду. Он столького достиг. С таким мастерством. А ты забрал его у меня. У нас. Как я был. Как люди. Мы хотим спасти мир, Дэниел. От самого себя. А ты ставишь палки в колеса. Весь наш труд погиб. Ты в нас. Все вы там. Богу, что это мы зло, мы вершим неправедность, мы обогащаем жизнь, храним и преобразуем, а ты только забираешь, забираешь чужое. Я вас пущу. Отец. Не так быстро, мистер Майлз. Если вы не поняли, огнем управляю я. Отдай мне яблоко. Хочешь? Супер. Получи. Стой! Нет! Ты не должен был приходить сюда. Ты рискнул всем. Ради чего? Чтобы спасти своего отца? Ага. Я бы подключил источник перед тем, как лезть в анимус. Но выбирать тебе. Слушай, Дезмонд, а объект 16... Его звали Клей. Прости, Клей не говорил, что Вашингтон тамплиер? Нет, он дал понять, что Вашингтон контактировал с яблоком Эдема. А что сверх того, то домыслы. К тому же, судя по портрету, который Клей упоминал, дело было... гораздо позже. Может, Коннор и вовсе был ни при чем. Точно не узнаешь. Придется подождать, что случится. Если случится. И каково было вернуться в Абстергу? Не думал, что выберусь живым оттуда. Кросс очень вовремя подкосила. Если бы он не спятил, мне бы не жить. Он, наверное, так и не оправился. Ты о чем?
Когда он к нам пришел, у него были симптомы просачивания. Смотреть страшно. Он то и дело проваливался туда, сам, без анимуса. Ну и припадки ярости бывали. Его у нас долго лечили. Мы думали, он себя контролирует. Но когда он вернулся к Абстерго, кто знает, что с ним там сделали. Я боюсь, как бы со мной такого не вышло. Он вырос в анимусе, Дезмонд. У него был явный передоз, и потом... Дэниел, бедняга. С тобой такого не будет. Мы не дадим. Когда все кончится, отправимся куда-нибудь. Устроим каникулы. Да, звучит неплохо. Вы послушайте, Италия, Бразилия, Штаты, все за пару недель. И он жалуется, что нигде не бывает. Серьезно, Шон? Нет, не серьезно. Сердишься? Поверь, никто так не хочет отпуска, как я. Вы хоть понимаете, каково это, взламывать чужие базы данных с такой скоростью? Чем раньше закончим тут, тем скорее каникулы. Да, наверное, пора за работу. Здравствуй. Эй, а если убить Видика, поможет? Вряд ли. Да, он создал анимус, но технология у них уже десятки лет. Ему легко найдется замена. А Кросс? Он был неуправляем. Вряд ли о нем там горюют. Думаю, он был больше символом, чем средством. Прости, не хотел обесценивать то, что ты сделал. Но пара смертей тамплиеров не остановит. Нужно большее. Видик помещал тебя в анимус, когда ты был в Абстерге? Они могли просмотреть твою память, проследить тебя. О, они пытались, но я им упорно мешал. Можно ведь сопротивляться, скрыть передачу, отказаться двигаться. Они бы все равно своего добились. Но ушло бы несколько недель. Видик как-то грозил ввести меня в кому. Ты стал бы податливее, но без носителя ничего не выйдет. Они работали над экстракцией, чтобы в воспоминания входил другой. Может, сейчас они роются в моей памяти, может, найдут нас, не знаю. Но я знаю, что нам нужно открыть дверь. Да, пожалуй, полезу обратно в анимус. Слушай, когда все закончится, ну, если все получится, я думал, может, ну, вернусь домой. Очень надеюсь. Мы почти у цели. Когда все закончится, будет много времени на разговоры, а пока за работу. Надо было попросить тебя взломать сервера Абстерго, пока ты там был. Пара жучков в нужных местах, и мы бы купались в информации. У нас есть все, что нужно. Да, кроме ключа. Мы близко. Почем знаешь? Просто знаю. Я тут покопался. Тут есть машины, которые делают, ну, манну. Как у магов или как в Библии? А ты как думаешь? Как в Библии, понятно. Для греков это амброзия. В Индии амрита или сома. В разных культурах мира говорится о божественной пище. Правда, вкус у нее не божественный. Ты съел что-то из машины, которой 75 тысяч лет? И выжил, между прочим. Ну и? На что оно похоже? Картон. На вкус чистый картон. Уж не амброзия точно. Правда, может, предтечи просто по-другому воспринимали вкус. Может, овкуснитель сломался? Овкуснитель? Умеешь ты обращаться со словами, Ребекка. Снаружи дела плохи. Что там такое? За последние полмесяца вспышки на солнце все сильнее каждый день. Старые спутники начали барахлить. Слышал, с международных космических станций отзывают экипаж. Наземные энергостанции и трансформаторы закрывают щитами. Не то чтобы это было важно. Дело-то серьезнее. Мы видели, что будет на самом деле.
объяснишь? Слушай, я не физик, но тут что-то завязано на геомагнитное поле Земли. Вспышки и выбросы массы его нарушают. Начинается сейсмическая активность. Пробовал спросить тех, кто в этом сечет, но они говорят, это чушь. Я их не виню. Звучит нелепо. Но правда. Давай-ка закончим с Коннором. Привет, Дезмонд. Заходи. Существовали костюмы, щиты, но их не хватало. Не на всех. Мы решили измениться сами, чтобы выжить в мире, ставшем смертельным. Аида вызвался первым из добровольцев. Аида, мой муж, моя любовь. Опыт изменил его, разрушил. Он стал заложником машин. Тело могло выжить, но разум его стал хрупок. Он умолял о смерти. Дни, недели, месяцы. Я просила дать нам время найти другой способ. Другого не было. Ни для него, ни для нас. Набор электрических импульсов. А тело — контейнер для этих искр. Но оно слабо. Со временем оно изнашивается, рассыпается в пыль. А если попробовать заменить его более сильным, совершенным? Мы создали новый сосуд, способный выдержать. Войти оказалось просто. А выйти нужно было нечто большее, нечто дурное. Этот проект тоже бросили. Но я сомневалась. Стоило ли бросать?
Финиш близок. Нутром чую. Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда. Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию. А значит, к миру. Коннор, он зовет тебя. Здравствуй, Коннор. Ну же, от твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурехи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф де Грасс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Хотя Чарльз Ли скрылся, мы еще не в безопасности. Но командующий... Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание, ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки.
Готовьте команду, Фолкнер. Мы идем в Чесапикский залив. Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. А я вижу один старый корабль и мальчишку в костюме. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь, но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши, если мы это переживем. И что мне нужно сделать? Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Come on!
Сверх меня!
Внимание! Они придут! Мы должны удержать залив! Это безумие! Ты один, и у нас нет подкреплений! Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп! Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк?
Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их флаги, мы пойдем под ними. Живее! Коннор, с возвращением! Все на местах. Вы! Лафайет ждет вас в туннеле под городом. Это будет зависеть во многом от тех, кто их... Коннор! Этот туннель ведет в нужный вам округ. А адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Здесь нужно спрятаться. Ты наведался!
Да это смех просто! Опа! Я тут, парень! В состоянии сражаться. Надо избегать часовых. Где ты, Чарльз? Его нет. Одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Ты присвоил себе право судить. Решать, что я и Орден вредим миру. Но все, что я тебе показал, все, что сказал и сделал, доказывает обратное. Себе право судить. Решать, что я и Орден вредим миру. И я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что в Орден нас приводит понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот. Почему тамплиеров нельзя уничтожить?
Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество, благородные черты. Надо было убить тебя раньше. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать. Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли.